Организатор акции «Комиссия по экологии, природопользованию и сохранению лесов» Общественной палаты Московской области. Ее главная цель – развитие системы сбора вторичных ресурсов и пропаганда бережного отношения к природе. В городе Видное возле кинотеатра «Искра» были установлены специальные контейнеры для сбора макулатуры, воспользоваться которыми можно было на протяжении всего дня с 12 до 18 часов. Многие откликаются на эту акцию, на листовки, на мои приглашения тоже приходят сюда, сразу же сдаю. А что приносит в основном? В основном приносят газеты, журналы. Больше всего коробки из офисов, из магазинов. Глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, бумажная упаковка, картон – все это приносили жители в пункт приема макулатуры. Но даже если не сдавали макулатуру, подходили, интересовались, что же здесь происходит, высказывали пожелания информировать население. Многие искренне хотят поучаствовать в таких полезных акциях. Акция очень хорошая. Потому что эта макулатура везде и всюду валяется, бросается. Люди не знают, куда это все использовать. Привозят всякую мебель и все прочее. Коробки огромные, все это бросается. Газеты, горы выбрасываются. Если бы это как-то оповещалось заранее, чтобы мы знали, где, какие пункты, где это можно сдать. Я думаю, что народ бы пошел. Даниил узнал об этой акции случайно, проходя мимо кинотеатра «Искра». Решил принять участие. Не поленился, вернулся домой, собрал старые блокноты и ненужные документы. Сдавать бумагу, а не выбрасывать ее. Он призывает всех поступать точно так же. Тем самым мы будем помогать окружающей среде. Природу стоит беречь, и ресурсы нашей земли ограничены. Я пошел домой, собрал бумагу и принес ее. Бумаги было немного, небольшая стопка. Я жажду, чтобы в городе появился постоянный пункт приема макулатуры. Нужно вести тотальную пропаганду, чтобы люди знали об этом и приносили бумагу. Ученики 4 класса Видновского художественно-технического лицея Стас и Саша уже принимали участие в подобных акциях в своей школе. В этот раз в пункт приема макулатуры принесли целую картонную коробку с бумагой и газетами. Мы увидели вот этот стенд и решили найти коробку. Мы взяли и принесли сюда. Увидели, нашли, взяли бумагу и принесли сюда. Приходите, сдавайте сюда макулатуру для помощи природе. Мы вместе сохраним природу. Экомарафон «Сдай бумагу, спаси дерево» построен на соревновательном принципе. Муниципальные образования передают эстафету сбора макулатуры следующему району. Муниципалитеты-победители будут награждены ценными призами на торжественном мероприятии в декабре 2015 года. Специальный приз – 30 саженцев маньчжурского ореха. Вместе с жителями города Видное участие в сборе макулатуры принимали Наталья Буслаева, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, Видное ТВ.